особо для вас вообще неожиданным стало приглашение из «Спартака». Как вообще все это получилось? Расскажите в двух словах. Если в двух словах, то позвонил агент, сказал, есть, скажем так, клуб интересуется. Но это было еще давно. И там буквально несколько дней пошли переговоры. Ударили по рукам, и вот сейчас все это время ждали, когда объявят возрождение. Для вас вообще приятно, не знаю, оказаться именно в «Спартаке»? Мне очень приятно. Я, во-первых, наконец-то близко к дому. По-своему буду играть, родные рядом. Ну, плюс, когда, ну, скажем так, были другие предложения, но просто «Спартак», во-первых, подкупил тренерским составом, плюс своим именем, брендом. То есть я, в принципе, долго не раздумывал. А Титове вообще какие-то справки наводили? Представляете, что он за тренер? Какие у него принципы работы? Ну так, в общих чертах. В общих чертах. Что говорят хоккеисты? Ну, те, кто хоккеисты, которые у него работали в Новокузнецке, говорят, что очень хороший, грамотный специалист. Плюс хорошие человеческие качества, это вот что я слышал. Но знаю, что сложная работа летом предстоит. Вас эти такие длинные сборы не пугают? Да нет, в принципе, часть профессии вообще. Даже не думаю об этом, там, насколько будет тяжело и легко, как будет. Андрей, а вы уже катались летом? Конечно, да. А где вы? Как вы катались? Я это лето в Екатеринбурге провел, потому что мы так решили с места на место не переезжать сразу, потому что семья, детей маленьких. И там с ребятами, с местными воспитанниками, хоккеистами вместе собирались, катались, тренировались. То есть вы уже к сборам подходите в целом в нормальной форме? Ну, скажем так, конечно, не оптимальный, но насколько это возможно, да, готовился. Андрей, ну, я не могу вас об этом не спросить. Вы когда играли за «Автомобилист», у вас там в плей-офф такая была чудовищная ошибка в одном из матчей. Она вам не снится до сих пор? Ну, сейчас уже нет. Первое время, конечно, всплывало в голове. Но там через день уже был следующий матч, и, как бы, если честно, уже потом это все на второй план ушло. Потом, когда все закончилось, конечно, начинаешь анализировать. Ну, не думал об этом. Но сейчас уже нужно забыть и двигаться дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. We'll be right back.